Дело труба. Европейский банк реконструкции и развития может отказать Нафтогазу в следующем транше. Об этом сообщил глава предприятия Андрей Коболев. Если до конца этого месяца не будет принят финансовый план госкомпании, денег не видать. Они необходимы для закупки топлива. По словам Коболева, реформы в компании продвигаются крайне медленно, и ЕБРР уже предупредил о возможной приостановке финансирования.